Дорогие югорчане, гости, позвольте от сердца души поздравить всех с наступающим Рождеством Христовым, пожелать всем нам, чтобы родившийся Богомладенец нашел бы теплое, уютное место в душе каждого из нас. А если Господь будет в нашей душе, в нашем сердце, в нашей жизни, то с Богом все человеку возможно. Дай Бог, чтобы радость праздника, благополучие, счастье пришло в каждый дом с Рождеством нашего Богомладенца. С праздником!